Приветствую вас на канале RedCat. Наконец-то у нас новый ивент. Я думаю, что многие из вас его уже нашли, многие даже уже прошли. Но те, кто еще не знал об этом ивенте, я думаю, с удовольствием его сейчас пройдут. И я расскажу, как это сделать максимально быстро. Ребят, вы получите крутейшие три приза. Смотрите, вот такое. Вот вы можете оружие получить. Вот такого робота. BB-8. Классное название. И, конечно же, самое классное. Просто обалденная шапка штурмовика. Это просто фантастика, ребята. Я давно мечтал о такой шапке. И представьте, она абсолютно бесплатна. 0 робоксов это стоит. И вам нужно потратить всего лишь 2 минуты вашего драгоценного времени для того, чтобы ее получить. И канал RedCat, как всегда, вам покажет, как их получить бесплатно, эти призы. Кстати, будут еще 3 приза, но об этом чуть позже. Они выйдут не сразу. Но не переживайте, вы тоже их увидите на канале RedCat, как только они появятся. Итак, ребят, когда вы выходите по ссылочке, вы попадаете на Developer, собственно, Lesson, то есть разные уроки по искусству создания игр. Вы тут можете все читать, но где же призы, спросите вы. Ребят, я вам сейчас покажу. Пока вы подписываетесь на страничку RedCat YouTube в Инстаграме, я ищу для вас ссылочку. Мне помог Ади31Бро, именно этот подписчик первый мне прислал ссылочку на ивент, чтобы я долго не искал. И вы можете просто перейти в описании под этим видосиком, нажать на ней и сразу сюда попадаете. Вот сюда вот подходите, где написано «приз» большими буквами, и нажимаете «click to interact». Вот такая штука вылазит, не переживайте, это не вирус, нажимаете на ней и начинаете с первого урока. Как пройти быстро? Просто выбирайте все время первый вариант. Смотрите, сейчас я... Нет, реально это работает. Сейчас я вам покажу. Я тут почитал, тут, сколько же. Я просто не пользуюсь этой программой, я даже не знаю. Поэтому я решил, буду нажимать все подряд. Выбирать только первые варианты. К сожалению, первые две попытки были неудачные. Но потом все как-то пошло. Смотрите, хоп-хоп. Хоп-хоп, и уже 3 правильные ответа, и я получил первый приз, ребят. Я думаю, что будет честно, если вы поставите лайк под этим видео прямо сейчас. Я думаю, это займет у вас буквально секунды 2. А то, чтобы записать видео, ребята, озвучить, смонтировать, выложить, сделать аватарку и так далее, это понадобится где-то около часа. Думаю, это будет честно. Вы за 1 секунду ставите лайк, я за час записываю видео для вас. Ну что ж, ребят, таким же образом наугад я получил второй приз, и это шлем императорского воина. Это просто класс. Штурмовика шлем. Ребят, он такой крутой и абсолютно бесплатный. Я просто не верю, что это возможно. Но да, это реальность. Конечно, бы хотелось какой-то ивент игровой, как было раньше, чтобы где-то побегать, что-то повыполнять, какие-то сложности преодолевать. Но это просто Creator Challenge. Периодически в Робоксе такие появляются, и вы можете получать много призов за это. На этот раз что-то у меня никак с угаданием не получалось. Вот тут уже хорошо. Мне было лень читать. Ну тут уже 5000, я уже все остальные наклацал. Так, опять не ту нажал, ну ладно. Наверное, буа. Ладно, опять не угадал. Короче, ребят, я думаю, что если вы нажимали все время третий вариант или четвертый, вы бы точно быстрее меня бы на все ответили правильно. Ну что, ребят, я получил еще один приз. Итого 3 бесплатных приза за 2 минуты. Мне кажется, это просто супер рекорд. Также вы можете походить по этой локации. Смотрите, тут летают на вот этих вот звездных корабликах. Я тоже полетал. Вот здесь вот Start Race. Вы можете подойти, выбрать себе, собственно, какой хотите кораблик из 5, которые тут предложены, и в свое удовольствие полетать. Я вам даже покажу, как это будет происходить. Ну а кто еще не подписан на мой канал, тоже обязательно это делаем, чтобы не пропускать ивенты, бесплатные вещи, бесплатные коды и много чего прочего. Да, YouTube это не любит. YouTube, к сожалению, блокирует все подобные видео, где я вам показываю бесплатные вещи или еще что-то. Он их абсолютно не продвигает. Ну и в принципе, как бы с позиции какого-то продвижения они абсолютно бесполезны. Поэтому, возможно, многие их и не снимают. Но мне нравится, ребята, вам дарить радость, дарить приятные эмоции от того, что вы получаете очень крутые призы в Роблоксе. Так, ну что, давайте сюда спустимся, полетаем еще внизу. Оу, я разбился.
Не терпится посмотреть уже на свои призы. Вау, 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 классно! Смотрите, какой шлем классный! Просто обалденный! Ребята, это просто моя мечта в таком шлемике ходить. Ну что ж, ребят, пока на этом все. Надеюсь, что вам понравилось видео. Надеюсь, что я был полезен для вас. И вы вернетесь посмотреть новые видео на канале Red Cat и Red Cat Roblox. Всем пока!